Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, не забывай лепить свой княжеский лайк. Роллинг у нас 63 тысячи самоцветов. Your dream, комрад, короче, ник, игрок, подписчик, your dream, ник, вот, короче, спасибо, что передоставил свой аккаунт на роллинг. Ребят, знаю, что вы оставляете заявочки на роллинг, я все об этом знаю, с кем-то я даже списывался ВКонтакте, но, пожалуйста, я пытаюсь все разобрать, но чисто физически не успеваю, ребята, так что, если вы готовы, да, подождать, чтобы именно я поролил вам героев, пожалуйста, наберитесь, ребят, терпения. Я как могу, так делаю. Когда время появляется, я все фигачу. Все, ребятушки, для вас. Вот. Дальше. Гильдия у нас под названием All Powerful. Короче, босс 21.00, в 12 форты, качаем часовых, взносы 100 кгшек. Если что, ребятушки, берем и вступаем. Так, касаемо аккаунта. Что у нас вообще? Он донатный, не донатный, бездонатный? Бездонатный аккаунт, друзья. Это накопленные 60 тысяч самоцветов. Не знаю, честно, как вы это умудряетесь накапливать, даже при том, что в последнее время, конечно, накопления, да, они стали более легкими, чем это было раньше. Слушай, ну да, как бы видно, что молодой аккаунт, бездонатный, потому на нас, конечно, сейчас большая ответственность, множество героев не хватает. Снайпер, понятно. Так, Розалинда. Розалинда тоже была за ББЛС. Мастер рун. Будем пытаться надеяться, что мы его выбьем. Но пока что у меня еще ни разу не получалось. Я бы вам, конечно, не сказал бы, что у меня целая куча роллингов прошла. Но тем не менее. То есть я его еще ни разу не выбивал. Наверное, единственный из ютуберов, кто его не выбивал. Но у меня и роллингов не было на 300 тысяч самоцветов, да, ребятушки? Окей. Маг Духа. Леди Лео. Это понятно. Зефирик. Понятно. Фрейю как бы надо постараться выбить. Королева Ос, Командора, Дуэлянт, Леди Божество, Полярный Лис, Оккультист, дальше Алхимик, Огнекрыл. Так, это все понятно. Свален, ну, Бард тоже понятно. Арктика, понятно. Дама Холода, Хладный Призрак, Тритон, Скиталец, Миша, Вождь Минодавра. Слушай, короче, много не хватает героев. Возможно, я даже и не замечу, что я выбил какого-то недостающего героя. Но вы, если что, пишите в комментариях. Может быть, я, знаешь, повыбиваю, потом окажется как бы типа, о, грустный роллинг, а на самом деле, опа, вот сразу вроде скитальца не было, да? Вот, выбили недостающего героя. Уже как бы все это действие проходит не зря. Но мы, ребят, не останавливаемся. Продолжаем. Укротители, князь, тыква. Там еще какие-то ништяки были, мы их попробуем открыть в конце. Вон, пока что ролим, наверное, по-богатому. Давай немножко мест на складе откроем, потому что их там 15. Сноузила, Тритон, Ангел. Ну да, пару мест откроем на складе. Вот, потом уже будем сливать смерть. Леди Лео, Повелитель Бури. Ну, хотелось бы и Фрейл как бы выбить. Опа, Ледяной Феникс. Но Ледяной Феникс был на аккаунте, друзья. Пока что ролю по богатому. Триант, бульдозер. Потом уже будем пытаться тактикой по 150. Ну как тактика, знаете, это, конечно, все смех. Малышник, не останавливаемся. Продолжаем. Еще один малышник, да, любит в последнее время на роллингах складываться ситуация, когда ты выбиваешь одного героя, и потом обязательно он второй раз выпадает. Седна. Бог грома. Ну пока что вроде мы только скитальца недостающего выбили. Вот о чем я вам говорю. Смотрите, раз выбили Кэнди, и второй раз Кэнди выпало. Ну вот такие вот дела. Фараон. Идем дальше. Студенистый рыцарь, циклоп. Ну давай уже, мастер рун там, Фрея, приди. Елочки-то палочки. Так, инженер, череп. Ну что ж ты, а, варлок. Что ж ты, как ты ж, а? Ну ты шо? А, оккультист недостающий! Слушай, ну уже не зря это все происходит. Поздравляю с оккультистом, с китальцем, своего подписчика. Продолжаем ролить. 32 тысячи самоцветов. Кэнди. Так, давай, у нас там заклинательница. Давай, последний раз открываю. Я надеюсь, там подписчик меня не обидится, но он сам будет рад новым местам. Потом уже будем героев сливать. Так, студенистый рыцарь. Давай еще одну легенду и пойдем за 150. Гаргул. Так, давай теперь нашей супер невероятной работающей тактикой попробуем выбить Фрейю и мастера рун. Вот так вот будем делать и по чуть-чуть, друзья, стараться.
Так, студенческий рыцарь, снайпер, ангел. Командора! Недостающий. Вот с командорой поздравляю. Поможет ему там кошмарки пройти. На битве гильдии будет легче. Панда-разрушитель, наемный убийца. Так, пока что что-то не везет. Надо бы уже кого-то и слить, наверное. Ну, там этих синих-зеленых героев. Слушай, ничего, подожди. Вот так, раз, два, три. Ну, нет. Не сыграла ставка. Давай, раз, два, три, дружище. Влад Дракула. Окей. Раз, два, три. Раз, два, три. Командора еще одна. Я вам говорю, ну, то есть оно падает. Типа одного героя выбиваешь... И сразу же такой второй падает. Давай, мастера рун и Фрея, дружище. Мастер рун и Фрея. Ну, там еще какие-то карточки. Может, там есть у нас какие-то хорошие карточки на складе. Рыцарь, благодаря которым мы сможем взять и, к примеру, выбить там ту же Фрею недостающую. Циклоп, капитан Рогатка. Уже у нас получается трех недостающих героев только достали. При том, что обилие недостающих героев, конечно же, тут поражает. Хотя, с другой стороны, это молодой бездонатный аккаунт. Чему тут можно, в принципе, удивляться? Так, бочка, окей. Давай дальше. Тритон, шаман. Нет, нет, ничего. Валентина, бульдозер. Один за одним герой падает. Ой, нет, не туда жму. Сюда давай. 13 тысяч самоцветов остается. Мастер рун, приди уже в коем-то веке. На бездонатный аккаунт вообще было бы... Чётенько, Асура выпадает. Угу. Так, давай. Оп, оп, оп. Так. Ну что, ну где там герои? Ну что вы, миленькие, да? 450, укротитель, еще 450, Атлантикор. И за 150 ничего. Давай немножко героев сольем. Так, ну то есть не аккаунт сольем. Вот сюда можно долбануть. Так. Да, смотрите, видите, бездонатный аккаунт, зато, смотрите, 100 золотых слизей. И как бы все замечательно происходит. Окей. Так, тут не останавливаемся. Продолжаем. Сейчас места освободим и уже как бы спокойно 10 тысяч возьмем до ролем. Я надеюсь, ты там свой княжеский лайк-то поставил, а свою невероятную княжескую подписку распушил. Ой, так я тут уже пошел легендарных героев сливать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну давай, последняя десятка должно повести. Давай, 150, фараон, ангел. Давай, Фреечку нам, а? Фреечку. Фреечку, припевочку и мастера рун. Вот хотелось бы мастера рун уже в каком-то веке выбить. Но что это? Что это такое? Ледяной феникс очередной раз падает, но он есть на этом аккаунте. Ну, может, повторки-то пригодятся, но... Как бы сейчас обилие халявы в плане КГшек, обилие халявы в плане кулаков. Потому, конечно же, друзья, я думаю, что тут уже сейчас главное выбить просто героя недостающего, а там уже потратить на него кристаллы героев, которые и так просто раздаются, да, бесплатно, потратить на него кулачки, которые раздаются, опять же, бесплатно. Я думаю, что не очень жалко. Так, 3000 самоцветов, ну пожалуйста, елочки-то палочки, давай, дружище, мастер рун, приди, Бигфут, давай, последние самоцветы, фараон и душегуб, и как бы оставляем 300 самоцветов, ну давай даже оставим 150, потому что карты смен таланта по-любому есть, нет, ничего не выпало, к сожалению, ну переходим в подарки, смотрим, а слушай, отсюда Фрея тоже не падает, отсюда стрелки всякие падают. Ну, хотя тут, смотри, сейчас набьем карточки. Давай, открываем эти карты. Спокойненько, приспокойненько. Может, откуда-нибудь Фрею выцепим. Там с этих сундуков по-любому третьи карты должны падать. Так, тут открываем. Угу, понятно. На это тоже, этих сейчас карт расплодилось. Это, как бы, разработчикам пора перестать их давать, ну, потому что, ну, это насмехательство. Ну, это даже не насмехательство, это просто... как бы вам объяснить? Ну, сами понимаете, что эти карты уже особо бездонатным аккаунтом не нужны. Это скорее распиздяйство, наверное. Ну, потому что по факту, да, они на это не обращают внимания, ну, потому что им лень. Потому что они на этом не заморачиваются. О, видите, две карточки третьи выпали.
Отсюда падают? Нет, отсюда нам не падает. Отсюда... А, ну да, к сожалению. Вот, всего поживиться сможем двумя карточками. Извиняюсь, мне тут кто-то... Кто-то написывает, нашептывает. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это меня, ребят, кстати, до сих пор с днем рождения поздравляют. У меня день рождения вчера был, а меня еще вот 10 марта продолжают накидывать, короче. Спасибо. Так, надо приучать себя часы снимать, когда записываю видосы для вас, потому что они в самый неподходящий момент пиликают. Они могут целый день не пиликать, но как только ты сядешь записывать видос, сразу же начинается, вот, сразу же, моментально набор почтения. И так, вот это откроем, давай, и большие надежды на карточку третьего уровня, потому что оттуда точно должна Фрея падать. Да, оттуда падает Фрея, нам нужна только Фрея, давайте. Фрея, приди! Да! О! Слушай, ну, как бы, я думаю, мне, в принципе, не стыдно будет возвращать аккаунт хозяину, потому что выбили четырех нужных героев недостающих. С этим я поздравляю игрока под ником Your Dream. Вот, и не забывайте про гильдию All Powerful, если вы ищете для себя новую гильдию. Вам же пожелаю огромнейшей удачи, моему подписчику тоже удачи. Всем удачи, ребятушки, всех целую в засос, всем пока, вот, и берегите свои полупопи. Чаушки.